Привет всем бравым гардианам, с вами вновь канал Triple Vibe и я Джонни Лейни. В начале этой недели стартовал новый квест Tale of Two Guardians, о котором Bungie не раз говорила в своих weekly апдейтах. В этом видео мы разберем, что необходимо сделать, чтобы заполучить этот квест, а также пройдемся по его этапам. Из условий квеста стоит отметить то, что игрок-новичок должен играть в Destiny не более недели, а также копия игры с аддоном The Taken King должна быть куплена именно на его учетную запись PSN или Xbox Live, либо в виде издания на диске. В первую очередь, игроку, который будет приглашать новичка в игру, необходимо сгенерировать ссылку на сайте Bungie, выбрав платформу. Квест доступен только на PS4 и Xbox One. Затем по этой ссылке должен пройти новичок и подтвердить регистрацию. После этого активируется возможность получения квеста у спикера в Тауэре. Появление квеста может занять от нескольких минут до часа, так что не удивляйтесь, если придется немного подождать. Первым этапом квеста будет завершить вдвоем одну сюжетную миссию. В качестве награды вы получите эксклюзивный шейдер для вашей брони. На втором этапе отправляйтесь в патруль и выполните 6 патрульных миссий и 1 паблик ивент. В качестве награды вы получите телеметрию на все виды оружия. Эксклюзивную эмблему вы получите за совместную победу в любом Crucible режиме. Для завершения следующего этапа вы должны получить 40 уровень и поговорить со спикером. Он даст вам на выбор 3 эксклюзивных легендарных меча. По всем параметрам они в точности как и обычный легендарный меч по квесту Шакса, но вот внешний вид может показаться кому-то более привлекательным. Далее проходим дейли миссию и получаем эксклюзивную легендарную эмоцию «Дай 5». Ну а за прохождение Heroic Strike также эмоция – танец Duo Dance. Следующий этап квеста – Lightning in the Night. Вам нужно пройти Nightfall, по завершении которого отправляйтесь к спикеру, и он вручит вам новенький Sparrow – EVE-34. Вот и все, квест пройден. Как видите, самый сложный этап квеста – поиск друга и приглашение его в ряды гардианов. Команда нашего канала также ищет молодых стражей, так что если у кого-то есть желание присоединиться к игре сейчас, мы с радостью поможем вам пройти этот квест. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на наш канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Пока!